Благотворительный фонд возрождения Владимира Мунтяна регулярно помогает детскому онкологическому отделению в Киеве. Это масштабная помощь, которая заключается в покупке дорогостоящего оборудования и лекарств, так необходимых для полноценного лечения рака у маленьких пациентов. Каждый раз Владимир Мунтян, приходя к этим детям и их родителям, поддерживает, общается с ними и стремится помочь каждому. Маленькие детки, заболев, проводят многие месяцы в стенах этого отделения. Как бы ужасно это ни звучало, но онкодиспансер становится для них домом на все время лечения. Чтобы скрасить их месяца и даже годы пребывания в больнице, было принято решение выделить финансы на основательный ремонт детского онкологического отделения. Владимир Мунтян приезжал в эту пятницу и очень долго общался с родителями. Это была такая встреча, в теплой обстановке, с родителями, с детками. Его отношение вообще к детям очень видно по взгляду, да, человека, потому как он хочет им помочь, этим детям. Все родители были такие, тоже очень им понравилось это общение, и они понимают, что поддержку этого человека всегда можно найти. И кроме того, это реально очень поддержка. Это не просто обещания, не пустые слова, а это конкретная всегда работа и конкретная всегда помощь. Поэтому, вот, например, в пятницу я попросила, чтобы нам помогли сделать ремонт. И уже в понедельник у нас пришел профессионал, который будет заниматься этим ремонтом. И мы точно знаем, что этот ремонт будет сделан. Он будет не просто так сделан, он будет сделан на самом лучшем и высоком уровне. И это не нужно было просить, писать и очень долго стоять в очереди какой-то, да? А это вот просто моментальная помощь. И так во всем у Владимира Мунтяна. Что бы ты ни попросил, что тебе не нужно для нашего отделения, для наших пациентов, это мы получаем эту помощь. Моментально, можно сказать, вот так. Все сотрудники благотворительного фонда возрождения, лично Владимир Мунтян и каждый из команды партнеров, глубоко осознают, насколько важно поддерживать каждого больного ребенка и, конечно же, их родителей в такой трудной и нелегкой ситуации. И намерены не только продолжать оказывать помощь, а существенно увеличивать ее в несколько раз.